Необычный мастер-класс для московских школьников провел в столице Дерек Брин, автор книги «Scratch for Kids». Меня зовут Дерек Брин. Я нахожусь в Москве для того, чтобы преподавать Scratch. Scratch позволяет детям создавать собственный дизайн, анимации и видео. Мне очень нравится работать с детьми в Москве. Они очень внимательные и очень креативные. Это уже не первая встреча с учениками столичных школ. В 2015 году по приглашению тема-центра он уже провел несколько увлекательных мастер-классов в игровой форме для московских школьников и их преподавателей. В этот раз общение было таким же интересным, эмоциональным и, как отмечают собравшиеся, очень насыщенным. Сегодня в гостях замечательный педагог Дерек Брин из Массачусетского технологического университета, из города Бостона. Он проводит мастер-класс для педагогов и работает с детьми третьего класса. И мы изучаем язык программирования Scratch. Почему Scratch? Потому что это новое направление в программировании. Это доступно детям маленького возраста. Им очень интересно. И мы очень рады, что у нас есть такая возможность. Человек. Я думаю, что детям очень нравится общение в таком стиле, особенно маленьким детям. Формирование эффективной образовательной среды – это возможность для каждого ребенка получать знания, как обязательные, предусмотренные основной школьной программой, так и те навыки и опыт, которые сегодня интересны московским школьникам. Мастер-классы Дерека Брина в этом отношении – уникальная вещь. Они предназначены для обучения детей навыкам интересного и модного направления программирования. Scratch – не отдельная программа, это целый язык, посредством которого ребята могут создавать анимационные мультфильмы, видео, музыкальные приложения. Я сделала черепашку, которая умеет двигаться, которая умеет рисовать, которая умеет издавать звук и повторяет это много-много раз. Мне бы хотелось, чтобы было побольше таких вот занятий. Версия программы на русском языке – это еще одна отличительная особенность Scratch. Она позволяет даже самым юным москвичам выступать в роли мультипликаторов. Все, что нужно для этого – воображение и желание. Мероприятие безумно интересное. Когда он зашел, мы уже увидели его положительную энергетику. Он очень эмоциональный, он общается с нами наравне. И вообще я вижу лица одноклассников и друзей, я вижу, что им безумно нравится. Среди нас есть будущие дизайнеры. Эта программа, я думаю, очень поможет как и простым людям создать что-то новое в своей жизни, как и будущим дизайнерам. Scratch — это не только программа, это настоящая образовательная среда, в которой ребята учатся мыслить нестандартно и работать в команде. Все, что нужно для того, чтобы начать, — это желание ребенка. Scratch был разработан медиалабораторией исследовательской группы Массачусетского университета. Здесь решили, что если дать детям инструменты, которые позволят им создавать собственные IT-проекты, это сделает возможным и качественным их участие в современном активном мире растущих технологий. Юлия Антипова, Александр Крашевников, Азамат Булатоков. Тема-центр.